В общем, к вчерашнему вопросу. Взяли Xelion на 24 вольта, блок питания, Phoenix Contact. И проводим ту же самую процедуру. Вот это реле вчера не работало. Вот это уже четвертый бесперебойник. Вот, а блок питания работает. Мы берем его, включаем в розетку. Все, DC ок. Реле работает, реле без программы. Берем. Я сейчас выключу, тут загорится значок аккумулятора. Все, включилась работа из аккумулятора. DC ок и реле работает. Теперь мы 220 замерим на 24 с блоком питания.